Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сегодня в Центральном комитете КПСС открылось совещание по вопросам ускорения научно-технического прогресса. В работе совещания принимают участие товарищи Горбачев, Алиев, Воротников, Гришин, Громыко, Кунаев, Лигачев, Рыжков, Соломенцев, Тихонов, Чебриков, Щербицкий, Демичев, Долгих, Кузнецов, Пономарев, Соколов, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Никонов, Русаков, секретари ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомов и обкомов партии, министры и председатели госкомитетов, известные ученые, руководители и главные специалисты объединений, предприятий, строительных организаций, колхозов и совхозов, научно-исследовательских и проектных институтов, передовые рабочие и колхозники, новаторы производства. Позвольте, товарищи, представить слово для доклада генеральному секретарю Центрального комитета партии товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Товарищи, все вы знаете, с каким одобрением восприняты в нашей партии, в широких слоях народа, решение апрельского пленума Центрального комитета партии, выдвинутая им программа ускорения социально-экономического развития страны. Об этом свидетельствуют итоги пленума партийных комитетов и многочисленные отклики, поступающие в центральные организации. Советские люди приветствуют открытое и правдивое обсуждение назревших в обществе проблем, всецело одобряют и поддерживают курс на повышение требовательности, повсеместное наведение порядка, решительное улучшение методов хозяйствования. Они отвечают на него практическими делами. Успешное выполнение заданий майского плана, наглядное тому свидетельство. В партийных организациях, трудовых коллективах, да и в стране в целом складывается хорошая деловая атмосфера. Политбюро ЦК высоко оценивает доверие трудящихся к политике КПСС, но поддержка – это своего рода и кредит. Он обязывает нас закрепить достигнутое и двигаться дальше, трезво оценивая как благоприятные изменения, так и важность предстоящих дел. Нельзя не сказать и о беспокойстве советских людей, как бы начатая работа не свелась к очередной кампании. В этой связи высказываются критические замечания в адрес тех партийных организаций и руководящих работников, которые занимают инертную позицию, слишком медленно раскачиваются, не способны поднять и объединить людей, мобилизовать их на решение больших и ответственных задач нынешнего этапа развития общества. Скажу так, все от Центрального комитета до первичных организаций несут полную ответственность перед партией и народом за последовательное проведение в жизнь линии апрельского пленума ЦК. Ускорение научно-технического прогресса партия рассматривает как главное направление своей экономической стратегии, основной рычаг интенсификации народного хозяйства и повышения его эффективности, а значит, решение всех других хозяйственных и социальных вопросов. Эти задачи столь неотложны, что действовать надо, не теряя времени. Они охватывают широкий круг текущих и перспективных проблем экономических, организационных, социальных, развития культуры и образования, деятельности верхних эшелонов управления и каждого звена народного хозяйства. Они касаются каждого коллектива, каждого коммуниста, каждого советского человека. Именно этим и вызвано решение Политбюро о проведении настоящего совещания в преддверии 27-го съезда КПСС. Проблемы ускорения научно-технического прогресса должны быть поставлены в центр предсъездовской отчетно-выборной кампании, всей политической, организаторской и воспитательной работы партии. К ним нужно приковать внимание государственных, хозяйственных органов, всего народа. Хотел бы пригласить вас к
самому откровенному разговору о реальном состоянии дел и причинах, тормозящих наше